По сообщению транспортной полиции, ради эффектной фотографии, иначе говоря, селфи, 41-летняя женщина залезла на крышу стоявшего грузового вагона. В результате такой фотосессии она получила удар электрическим током напряжением 3000 вольт. Как итог, ожог 50% тела второй и третьей степени тяжести. Сейчас за жизнь женщины борются врачи. По факту происшествия сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Как отметили в ведомстве, такой случай не первый. Происходит подобное ежегодно, притом по несколько раз за год, чаще всего в Рыбном и Ряжске, где железнодорожные пути находятся прямо в центре города. И жертвы таких происшествий всегда дети. Они забираются на стоящие вагоны и случайно касаются провода, который присоединен к контактной сети. Первичная травма – удар током. Вторичная – падение с вагона и в большинстве своем перелом. Все вагоны, стоящие на путях под контактным проводом, уже являются зоной повышенной опасности. И подниматься на крышу вагона – это заранее обрекать себя на получение травмы. Приказом Министерства транспорта России от 2007 года утверждены правила нахождения граждан и размещения объектов в зоне повышенной опасности. Согласно ему, запрещается подниматься на крыши подвижного железнодорожного состава. Уважаемые жители Рязанской области, старайтесь держаться на значительном расстоянии от стоящих вагонов. Будьте внимательны и осторожны. Берегите свою жизнь. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».